Здравствуйте. Находимся между Каширкой и Симферопольским шоссе в районе Бетонки. Дом и гостевой дом. Каркас монолитный железобетон. Заполнение проемов красным щелевым кирпичом. Утепление фасадным пенополистиролом по технологии Церезит. На основном доме толщина от 120 до 180 мм. Это вызвано тем, что необходимо было выровнять плоскости стен. Также каркас был утоплен относительно кирпичной кладки, поэтому в некоторых местах пришлось вначале делать вклейку пенополистирола, а потом вторым слоем уже закрывать основную плоскость. Фасады, как я уже говорил, утеплены фасадным пенополистиролом. Выполнен двойной базовый армирующий слой. И дальше приклеена плитка клинкерная. Выполнена затирка швов. Плитка приклеена на клей Церезит СМ-16. Затирка CE-40. Затирку производили пистолетом. Утепление фасадов производили руками аккредитованной бригады. Работы по облицовке клинкерной плитки заказчик производил сам своими людьми. Вот как дом выглядит сейчас. Это вот основной дом. Как я уже говорил, затирка производилась при помощи пистолета металлического. Очень красивое место. Сосны и ели. Поэтому дом за деревьями практически не виден. Это вот гостевой дом. Он ближе находится. Вот они швы. Ну, как я уже говорил, приклейку плитки осуществляли рабочие заказчика. На гостевом доме отклонения были самыми большими. Здесь толщины доходили до 260 мм. Были очень неровные стены. Ну, совсем с этим справились. Так что вот как выглядит сейчас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Счастливо, до свидания.